В китайском городе Гуанчжоу официально завершили строительство здания уникальной архитектуры в форме огромного диска с отверстием внутри. В нем разместится Guangdong Plastics Exchange. Сейчас идут завершающие косметические работы. Здание в 33 этажа и в 138 метров в высоту. Отверстие диаметром почти 50 метров имеет функциональное, а не только дизайнерское значение. Вокруг него будет основная торговая зона. То, что здание уже стало одной из главных достопримечательностей провинции Гуандун, очевидно. Однако мнения по поводу его символического значения разделились. Итальянская компания, разработавшая проект, утверждает, что в основу формы легли нефритовые диски, которыми владели древние китайские правители и знать. Они символизировали высокие нравственные качества человека. Кроме того, вместе со своим отражением в жемчужной реке, на которой стоит здание, оно образует цифру 8. По мнению китайцев, она приносит удачу. Нефритовый диск не просто красивый, он символизирует силу, достаток и фантазию в традиционной китайской культуре. Это выражение добрых пожеланий людей. По-моему, архитектор очень смелый. Он сделал нечто, на что у других не хватило бы храбрости. Это здание в форме диска для Гуанчжоу действительно уникальное. Однако многие граждане Гуанчжоу увидели в этой постройке китайскую монету, символизирующую стремление к материальному богатству. И в народе это здание уже прозвали «диском расточительных богачей». Довольно необычно. Круглое отверстие в середине интригует. По-моему, это для расточительных богачей. Когда здание будет открыто для посетителей, пока не сообщается. Среди других спорных построек в Китае – Олимпийский стадион «Птичье гнездо», здание Национального центра исполнительских искусств, выполненное в виде яйца, а также здание главного офиса государственного информагентства CCTV, которое китайцы прозвали «большими кальсонами». Все три постройки расположены в Пекине.